летающих лыжников. Постарается полететь далеко. Повысит ли он у него? Вот это да! Аплодисменты Карлу Гайгер! Вот она, радость тренерского штаба сборной. Первым становится прямо сейчас Карл Гайгер, и только один вопрос у нас. Сможет ли... Absolutely, I'm really happy. For sure, I was, you're not quite sure where we are standing at the moment when the season is starting, but I know the last weeks were quite good. My jumping was good, and so I give everything, and it was, yeah, I'm can't stop smiling. Главы города Нижний Тагил, Вячеслав Горячкин.